Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Хотели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Хотели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. И забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Хотели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Хотели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Хотели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Хотели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким... Ашраф Хакими. Ромелу Лукаку. Перед Лукаку много места на фланге. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер на бровке тоже так, наверное, думает.
Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Цели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Ашраф Хакими, Ромелу Лукаку. Перед Лукаку много места на фланге. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер набровки тоже так, наверное, думает. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Цели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Цели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Цели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Цели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Цели и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная.